сегодня будем открывать такую русалку, которая плавает в аквариуме. В воде, да. Давай открывать. Что здесь? Ножнички нужны. Инструкция. Сейчас посмотрим, что нам нужно. Я и так знаю. Это надо ставить в батарейки и бросать его. Сейчас посмотрим, как оно будет плавать у нас. Да. Что-то здесь. А я красиво. Вот, от много резиночек тут. Да. Мама, она даже красивее других. Какие-то... Ну, видишь, у нее что-то там есть. И здесь в наборе еще тоже есть колечки какие-то. Я знаю, почему она двигается. То, что она рукой будет плавать. Так. Вот такая вот у нас русалочка. Она уже хвостиком виляет, видишь? Мы еще воду ее не... Она уже плавает. Она уже плавать хочет. Все, отпускаем ее в воду. И она сама вверх плавает. И вниз, смотрите. Видишь? Вегусечка. Опа! И держится наверху. Давай, еще раз посмотрим. Давай вниз, сам вниз. Опа, вверх поднялась, видишь? Эй, русалка. Опа, и вверх. Класс, какая русалка классная и плавает вверх. Мама, а я ее хотела. Видишь? А ты даже не знала, что она такая классная, да? Классная русалка. Она даже на поверхности хочет. Вот такая вот у нас русалочка красивая. И мы сегодня ее будем испытывать в ванне, да? Да. Вот такая вот красивая русалочка. Хвостиком машет. Вот так вот. Опа! Понравилась игрушка? Да. Пойдем купаться с ней? Да. Давай покажем. Все. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока-пока. Подписывайтесь на канал Леди Вика. И ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока.